В Управлении внутренних дел Люберец подвели итоги работы за три первых месяца 2022 года. С докладом выступил начальник штаба МВД России Люберецкой Павел Землянский. Он отметил, что на территории обслуживания за прошедшее время на 15% выросло количество нарушений закона. Но также увеличилось число раскрытых преступлений и лиц, привлеченных к ответственности. В течение первого квартала 2022 года личный состав управления выполнял задачи, обозначенные в директиве МВД на 2022 год, а также поставленные Главным управлением МВД России по Московской области, в том числе связанные с противодействием экстремистским террористическим угрозам, реализацией профилактических мер в сфере оборота оружия. С целью стабилизации оперативной обстановки на территории обслуживания проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Анаконда», направленные на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, миграции, а также розыск преступников. Начальник Люберецкого отдела полиции Евгений Романцев подчеркнул, что прошедшие месяцы были сложными, но сотрудники приложили максимум усилий для обеспечения правопорядка. Особо отличившихся наградили медалями, почетными грамотами и присвоили очередные специальные звания.